Есть короткий путь к моему дому. Но в этом... Но вам это не понравится. Что это? Ну не канализация же, да? Оу. Да, наверное... Все не так плохо, как кажется. Я найду путь наверх. У нас все получится. Ты уверен, что это безопасно? Безопаснее, чем идти длинным путем. Ну да, наверное, так оно и есть. Грег и я залезали здесь друг за другом. Ну, типа, такое уже было. Но если было, не думаю, что у нас есть время на это. За мной. Мне кажется, она нас двоих выдержит. Мы уж не такие тяжелые. А, понял. Ладно, это не очень хорошая идея. Теперь я думаю, что так. Но раз она идет первой, значит она не погибнет. А я в любом случае не погибну. Максимум нас отрежет друг от друга. Так, лево-право. Давай вот это понадежнее выглядит вроде. Аккуратно. Самое главное не спешить. Так. Хватайся. Все в порядке. Мишон! Ты в порядке? Ну, вот что. Я встречу вас наверху. Рэндалл, я нашел их. Ой, блядь, времени-то нет. Сюда. Надо... Давай. Ну вот, так я и думал, что отрежет. Или не отрежет все еще? Так, эники-беники ели вареники. На этот раз с другой стороны. Отлично. Не знаю, это влияет на что-то? Может, я два раза повезло? Блять, похоже, нет. Ну, еще стрелять начни. А, кончились. Глока. Серьезно, ты такой косой, Рэнди. Ой-ой-ой. Мишон! Держись. Почти на месте. Ладно, хоть ты не брос... Подстрелили. Ладно, хоть в плечо. Держись. Зачем вот ты лезешь? Я без тебя справилась. Ой-ой-ой. Вот сукин сын. Живее! Сэм, прыгай! Отлично. Так, быстрее. Что случилось с тобой? Дай посмотрим. Держите и тащите, чтобы перевязать. Я понял. Давай руку. Убирай. Ах. Ты, конечно, лгунья, но вот сейчас ты очень хорошо себя провела. Все будет хорошо, Сэм. Я собираюсь вернуть нас домой. На самом деле, я поменял свое отношение вот прямо сейчас к этому персонажу, вот этой вот дурочке, которая лгала на протяжении долгого времени, теперь я совсем другого не мнения. А может быть... Вот. Еще на руку помощью протянул, так что я этого не забуду. Мой дом впереди. Мы недалеко. Но я бы не хотел, чтобы ты обратилась. Тут зомбези где-то гуляют. Ну вот один. Привет. Успокоился. Я нашла пристанище Нормы, еще когда у них было пару лодок, вставших на якорь у причала. У них были припасы, которые просто лежали, и... Норма поймала меня. Не думала, что она сделала это, но она... Она меня отпустила. И теперь Грег мертв. Потому что я не смогла... Угу.
Почему она тебя отпустила? Она пожалела меня. Я сказал ей, что моя семья голодает. И этого оказалось достаточно. А семьи-то у тебя кроме брата нет, да? В этот раз я думаю, что мы сможем спрятать все на пароме. Но Грег... Он не считал это его безопасным. Ну правильно, Грег сделал. Подумал, вернее. И мне надо было послушать. Боже, голова кружится. Вот действительно, если бы она меня послушала, тогда этого бы ничего не случилось. Не падай. Спасибо. А за нами зомби. Ты выглядишь не очень хорошо. Чувствую я себя еще хуже. Разговор помогает. Ну так давай поболтаем. Не хочу терять сознание. Твоя семья. Какая она? Отец был адвокатом, потом у меня никогда не получилось выиграть у него спор. Поэтому никогда, да. Мои братья Джеймс и Алекс. Они так похожи на Грега. Так твоя семья еще жива, получается? Их скоро убьют. Привет. Мишон так легко их убивает на самом деле. Здесь слишком опасно. Папа был прав. Он сказал, что никому из нас не следует покидать дом. Ходячие доставляют проблемы. Люди хуже. Ты не должна думать об этом. Просто думай о доме. Что такое? Эй, я не знаю. Как я скажу отцу о Греге? Это убьет его. Просто скажи ему правду. Он заслуживает знать, что случилось на самом деле. Да. Ты не знаешь его, как я. После мамы он... Он не любит плохих новостей. В смысле, он тоже с катушек съезжает потихоньку, как я? Дошли. Да где дом-то? Сэм? Сэм! Сэм, очнись! Покоя от них нет. До свидания. О боже, как она красиво сражается. Ни один персонаж из Walking Dead в Telltale ни разу не смог сражаться вот даже ближе к тому, как сражается она. Господи, как она рубит и метает этих зомби, это просто жесть. Мне так нравится, как она с ними справляется. На вид это очень легко даже выглядит для нее, как будто бы. Это растяжка? А это дом, видимо. Так, а чё ты стоишь-то? Беги! Ага, это ловушка. It's a trap. Мне интересно, а как что, они теперь наш дом ну, это дом, вернее, теперь он наш, можно сказать. Окружат зомби, и теперь еще потом от них отбиваться надо будет. Почти на месте, Сэм, почти дома. Ну, с него кровь хлещет. О-о-о. Сейчас я приведу папке полумертвую ее дочку, и она. Отлично, блядь! Семейка! Не двигайся, черт возьми! Больше ни шагу! Сэм! Она мертва? Ты убил ее? Блядь, может ты? Сэм еще жива, но она не продержится долго, если ты не впустишь. Мишон. Вот. Господи, да какая ты долгая, блядь, соображай быстрее! Может, стрелял, ты войдешь сюда и убьешь всех? Блядь, ты что, совсем что ли? Тебе лучше двигаться, или мы нахрен все умрем. Ты серьезный? О боже, что ты за тупая? Выпускай быстрее! Хорошо, ладно. Проклятие. Заходите.
черт. Так, придется опять пачете расчехлять, или мы так оторвемся. Окей. Быстрее. У нее мало времени. Они неплохое укрытие, да, построили? Возвели. Так, в гостиную слева. Сэм? Сэм? О, твои братья? Сэм? Джеймс, Алекс, отойдите. Ваша сестра ранена. Что с ней случилось? Это очень плохо. Это очень плохо. Мне нужно, чтобы ты сходила за помощью. Хорошо? Папа, папа. Вот папку, да, давно пора. Папку, мне кажется... Как тебя зовут? Джеймс. О, хорошо, Джеймс. У тебя есть аптечка? Вроде бы. Давай, быстро. Сэмми, лишь бы ты не обратилась. Ты мне нравится, начинаешь. О, боже. Какое сквоз... Нашел. Сквозное. Так, сначала мы обработаем рану, естественно. Что-то с этим... Дайте выпивку, Сэм. Продезинфицировать рану. Дайте выпивку. Нет уж... Пуля все еще там? Прошла на вылет. Мы должны ее вытащить. А не прошла? Слишком много крови. О боже. Так, плоскогубцы. Бля, да я же не знаю. Ну давай, аспиратор. Я не знаю, для чего он нужен. Тебе придется использовать это. А что это такое? Для чего это? Окей, плоскогубцы. Для чего они? А, мы сейчас будем пулю доставать. Удерживайте, тащите, чтобы открыть рану. О, боже мой, это так ужасно. Так, мы типа кровь высосали. Ну, простите уж, конечно, больно. Мне так противно. Я так сопереживаю персонажу сейчас. О, боже, там такая дрень. Чертов глок. И давай мне это. Прижигать! Боже, она, наверное, сознание потеряет от боли. Ты только не помри. Не буду врать. Это будет адски больно. Держите ее. Ты тоже. Давай, Джейми, я верю в тебя. Почти все. Отойди от нее. Джон! Что ты делаешь с моей дочерью? Спасаю ей жизнь. Помогай или уходи. Не сейчас. Помогай или убирайся. Джеймс, позволь мне. Вот так вот. Другое дело. Очень быстро ты мне поверил. Терпи! Терпи! Нормально все будет. Я свободна. Ну, хоть сознание потеряла. Слава богу, ей так легче будет. Ах, прижигли. О, у меня же самого плечо заболело. Она поправится? Ну, я скажу правду. Гарантии нет. Что? Ну а что ты хочешь? Я говорю правду. Скажи мне. Что случилось? Ну, твоя дочка... Я спасла Сэм. Принесла ее через лес ходячими обратно к вам. Когда Сэм очнется, мы узнаем, что на самом деле случилось. Ну и она тоже, надеюсь, она врать не будет. Если она будет врать, то я перестану уважать ее как персонажа. Смотри на меня. Я не знаю, кто ты, черт возьми. Папа? Папа? Где Грег? А, о, ребят, у меня для вас еще одни хорошие новости. Да.
Мне очень жаль. Что? Что ты имеешь в виду? Грег не вернулся с нами? Нет. Все будет хорошо, ребята. О, нет! Ну не сейчас! Как же, блядь, не вовремя? Все время у меня приходы в самый неподходящий момент. Роба? Опять ты? Угу. Ну давай, подберем тебя. Отлично. Ну давай. Колет? Элоди? Элори? Элоди. Клэр и Элоди. You girls in here? Девочка, вы здесь? Так, одежда. Найдите свидетельство того, что случилось с вашими девочками. Элоди. Так, это что такое? Обувь. Ничего, пока все что... Ничего не указывает. Колет ее зовут. Колет, а не... Как там ее назвал? Окей. Рисунки посмотрим. Тигр. Или это... Ну да, это тигр. Пятно краски. Коснуться. А? На, это как след, я понял. На, оно куда-то ведет. Ну, пойдем. Так, я что-то не вижу, где там что. Ух ты, смотрите. По ней что, стреляли сюда? Типа, из-за чего это? Трупешник. Кровавый след. Очередной. Что-то краска-то пропала. Здесь они рисовали. Ужин? Правда, никто ничего не ел. Ну еще бы. Фотографии дочери. Так. Почему мне сюда ведет? А, нет, я понял. Это просто управление такое немножечко не очень. Не очень. Так, вот краски. Они ведут сюда. Вроде, да? Это что такое? Следы какие-то. Давайте на этого посмотрим тоже. Ты как, парень? Так, вот след. Осмотреть. Расстегнуть давайте, расстегнем. Может, тут что-то есть? Одежда. Вы оставили все это? Изуродованный труп. Почему здесь так много трупов? Кто с ними дрался? Я же вроде, да? Очень красивый труп. Понятно. Дайте угадаю. Мои девочки звонят мне, да? Блять, ёбаные скримеры. Я все жду, когда меня напугают. Да мне даже вот это, честно. Ответь на звонок, идти за незнакомцем. Ответь на звонок. Эй. Слава богу. Мишон, это Дона. Дона? Я пытался найти их отца. Девочки с тобой? Я не знаю, где они. Нет, их нет.
Я здесь одна. Никогда, когда никто не отвечал, я подумала... Боже, я даже не могу это говорить. Я говорила с Домиником, но вдруг... Вдруг кто-то закричал, боже, это было так ужасно. Я не знала, была ли ты или кто-то другой, но, боже, Мишон, он был так напуган. Девочки тоже. Кричали, просто кричали. Дона, куда он забрал девочек? Сюда. Ко мне, за город. Думала, что будет безопаснее, но они должны быть здесь много часов... Должны были быть здесь много часов назад. Мы должны найти их, Мишон. Они могут быть где угодно. Я буду продолжать поиски. Эй, эй, что ты... Пожалуйста, не надо... О, боже. Дона, уходи оттуда сейчас же. Да, это бесполезно. Кто такая Дона? А, да, точно, я же в приходе нахожусь. А с кем я разговаривал сейчас? Понятно. Ты сказала Дона? Как ваша сестренка? Ты в порядке? Просто думала, о ком-то, кого я раньше знала. Это нормально. Иногда я так делаю. Джон, он ушел поговорить с детьми и убедиться, что они в порядке. Пока я наблюдал за тобой. Винтовка. Прости за это. Как дети, с ними все хорошо? Не знаю. Не может быть хорошо. Их брат погиб, сестра ранена. Я имею в виду, хреново, да? На самом деле, да. Для вас это очень хреново. Но у вас еще семья-то большая, так что... Поэтому, да, я хочу извиниться за то, что чуть не застрелила тебя. Да, на самом деле, ладно. Вот тупила ты, конечно, жестко. Ударение на чуть. Я просто беспокоилась. О, да, Сэм. Сейчас это не важно. Нет. Полагаю, что нет. Если бы тебе будет от этого легче, то я не очень хороший стрелок. Ты могла нас подстрелить, получается, еще целилась, блядь. Это клочок земли, и здесь похоронена его мама. Похоронена. Около года назад она просто... Она заболела. Дело не в голове. Что-то с сердцем. Да уж. Полагаю, что она не справилась. Здесь мы были в безопасности. Я пробовал то же самое, но... Я не смогла этого сделать. Я думал об этом. Почему ты этого не сделала? Ну, как я говорила, я плохой стрелок. В упор в голову себе не попадешь. Если бы не Сэм. Нет. Грег. Мне просто нужно больше времени. Больше. Она бредит? Да, бредит. Я здесь, Сэм. Эй, не двигайся. Не двигайся. Сэм, нет. Приветик. Мишон, мы должны ему помочь. Он умер. Я ему сама же голову расколола там. Ты слишком... Просто лежи, Сэм. Ты бредишь, Сэм. И я... Грега здесь нет. Сэм. I
Я знаю, Джон может произвести тяжелое первое впечатление. Но благодаря ему вся семья держит до сих пор, а не лежит на земле. Я согласен, он неплохой. За то, что тебе дорого, ты будешь сражаться до конца. Да, сражаться до самого конца. Мне нужно с тобой поговорить. Ты опять недоволен, блядь. Наедине. Да пойдем. Нет, нет, не сложно. Холодно? Что-то такая себе обстановочка. У тебя есть дети? Сын? Дочь? Нет. Я не знаю. В тот день, когда умерла моя жена, весь мир... Аритмия. Сэм нашла ее. Она умерла во сне. Ну, это не такая плохая смерть, на самом деле. Мы похоронили ее, чтобы мальчики видели ее такой. Снег укрыл ее могилу, стер ее. Мне правда сожалею твои потери. Спасибо. Я пытался сосредоточиться внимание на детях. Но прошло, похоже, оно всегда находит себя. Вспоминания, с тех пор, как София пыталась защитить нашу семью, но мы медленно умираем, один за другим. А теперь, когда Сэм ранена, а Грег... Мне может действительно помочь. Эти дети заслуживают настоящего детства. Место, в котором страх не считает. Ну, в общем, я понял. У нас, впрочем, надежный дом, хорошая семья. Это встречается реже, чем ты думаешь. Да, все не так плохо. Я посмотрю, что смогу сделать. Спасибо. Здесь можно обосноваться. Детям не стоит это видеть. На самом деле стоит. Грег не стал одной из этих тварей. Нет, нет, нет. Пускай будет нет. Нет. Он был Грегом до самого конца. На самом деле он обратился. Но я не хочу его, слава богу. Пускай так. Ему так спокойнее, он все равно не узнает правды. Хотя, может, узнает. Может, сказать правду ему было лучше. Черт его знает. Мне жаль. Я пытался быть сильным. Но ты понятия не имеешь, что значит потерять ребенка. Оооо, я даже вдвойне понимаю, что это такое. Я дал им все за это, ну, мальчика. Все. И теперь этого не стало. Я очень хорошо знаю, каково это. У меня было две дочери. Они мне... Они... Ну, боже. Мне жаль... Блять! Да ладно! Ку-ку! Пошел нахуй! Ублюдок, блядь! Так... Ооо, этот Walking Dead! Ах ты пидор! Теперь она в ловушке, как крыса! Найти ее! Блядь, надо быстро домой и быстро собрать всех. Очень быстро. Уходите. Да-да-да. О, она поняла меня с полуслова. Господи, это так прекрасно. Я думал, она сейчас опять тупить начнет. Вот сейчас, блядь, когда в самый, сука, нужный момент смогла. На этот раз я очень доволен. Так, кто там? Вон этот есть. Так, начнем с главного или как? На кого? Да, нет, не главное, это один из охранников. Так, ну давай.
Где вы? Блять, вот это громко, наверное, было бы. Хм, не увидел. Ну, блядь, я тебя сейчас кишки вспущу, честное слово. Просто за то, что ты с ними якшаешься. Приветик. А вот и я. До свидания. Минус один. Пушечку. Двухстволка. Ты, блядь, следующий. А чё, у тебя нету? Сигнальная? Не-не, никаких сигнальных. Пошел ты нахуй со своей сигналкой. А, он, кстати, обратится. И тебе тоже. Обращайся. Он что, перебивает всех? А, он там стреляется. Быстрее, 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 Мишоня. Да зачем ты на меня-то смотришь? Ну чё, ближний бой? Ага. Привет. Давно не виделись, блядь. Держи. Как тебе, нравится? Нравится, блядь. Теперь я тебя бью. Это тебе, блядь, за тех людей на пароме. Ох, блядь. О боже. Ой-ой-ой-ой-ой. Мишон, не теряйся. Нет, нет. Пошел нахер. Он ж руку сломал мне. Держи. Как тебе стол, нравится? Хороший стол, блядь. Качественный. Дерево прочное. По-моему, ему достаточно. Он уже в дом... Да. Их больше, по-моему, было, нет? Нажми его. Ох. Ну, теперь ты точно никуда не уйдешь. Руку сломали. Или вывихнули. Черт его знает. А, вывихнули. Ох, боже. Руку сама себе управляет. Ну это просто дичь какая-то. О боже, это так ужасно. Ну что? Как делишки, блядь? Нашел меня? Доволен? Что ж, черт возьми, должно быть, ты очень собой гордишься, да? Если ты думаешь, что я буду срать яйцами, забудь. Я задаю вопрос просто. Надо же. Это будет весело. Это зависит от тебя. Сколько еще вас тут? Норма знает о том, что мы здесь? Она даже не знает, что я здесь. Иначе бы уже слышали сейчас стук в дверь. Рэндалл? Ты меня слышишь? Не хочешь ответить? Мы слышали выстрелы. Если ты не выйдешь на связь, я пошлю всех в том направлении. Черт, она, кажется, разозлилась. А Рэндалл, ответ нет. Будешь отвечать? Да, скажи ей, что мои руки зажаты тисками, я проглотил пол-литра собственной крови. Нет, ничего не выйдет. Что? Большие яйца, Мишон. Большие яйца. Или ты боишься поговорить с моей сестренкой? Я бы предпочла, чтобы она ничего не знала. Она знает достаточно. И когда она доберется сюда, мое лицо расскажет остальное. Ты знаешь, все это время наедине с тобой, это было и правда здорово. Я тебя убью, блядь. Но все кончится, когда моя сестра придет сюда. Слышишь, блядь? Я возьму этот гаечный ключ и разобью тебе башку. Потом Сэм. Ты заслуживаешь смерть! Слушай, я отомщу сейчас прямо за всех, за кого... За тех людей беззащитных. И детей, кстати. А потом этих детишек. О-о-о-о, зря ты так. Это мое больное место. Видел их маленькие головки.
А, у меня опять приходы. Давай, давай чуть-чуть, чуть-чуть, ты должен. Вот тебе тиски. Нравится, блядь? Ты этими руками теперь не сможешь, блядь, убивать, а? Кажется, я задел за живое. Мишон. О, привет. Вы двое похожи на папу. Ты убил их отца, когда у него еще было лицо. Блять, надо ему было ударить. Что? Ага. Теперь там большая дыра. О, блять. Мишон? Это правда? Я ничего не смогла сделать, Сэм. Оставьте нас наедине, уйдите все, и я сам с ним разберусь. Джеймс, и ты уходи, и ты уйди. Если он убил моего отца, тогда почему этот сукин все еще жив? Это в дело времени. Первый хороший вопрос за всю ночь. Кстати, он ценный козырь на самом-то деле. Рэндалл более ценен, когда он жив. Нужно, чтобы у нас было чем... Ну, в общем, послушай, это не сработает. Они торгуются только пулями. Но это его... Это, понимаешь, это его брат. Ты должна убить его. Или я это сделаю. Сэм, подожди. Я бы и тебе дал его убить. В конце концов, это твое. Я даже не знаю. Что ж. Разве я не королева бала? Или ты можешь... Или это может быть ты, потому что танцы здесь кончаются. Тебе конец. Убейте меня, и Норм будет преследовать вас, пока не закончит. Тебе крышка. Оставь меня в живых, и я сделаю кое-что похуже. Тебе крышка. В любом случае, жопа, да? Но мы оба знаем, что... Как все это закончится, Мишон. Нет. Ты, блядь, совсем по-другому. Тебе нравится убивать. И ты хотел бы убить меня, не так ли? Я не слишком впечатлить. Ты ошибаешься, Рэндалл. Правда? Или может быть... Может быть, ты думаешь... Что может быть выше всего этого? Можешь быть, да. Но наверху нет никаких небес, дорогуша. И никакого ада внизу. Есть только это дерьмо. Каждый день до самой твоей смерти. И знаешь, что будет после смерти? Ты поднимешься и продолжишь ходить. Это все библейская хрень. Если тебе все... Это есть... Если тебе все, что есть сказать, лучше, блядь, заткнись. Сейчас, дорогая. Этот мир, в котором умирают твои дети, Мишон. Или уже умер, или находится в чистилище для ходячих. Заткнись. Не смей говорить о них. В любом случае, они страдают. Нет, 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 не поддавайся. И мамочки рядом нет. Нет, не убивай его, нет, он нам пригодится. Успокойся. У нас есть свои... У каждого есть свои демоны внутри. На самом деле, лучше будет его не убивать. Вот честно. Я думаю, представится другая возможность. Полагаю, это значит, что танцы кончены. Мы не убили его брата, мне кажется, это... Что ж, Норма скоро здесь будет. Твои похороны. Если я его убью, это только усугубит все. Вот что я хочу сказать. То есть, типа, в любом случае, надо его оставлять в живых, иначе, ну, ни к чему это хорошему не придет. Какая нахер разница, сколько я перебью за то, что я там еще это действительно это ничего не изменит, как говорилось уже в этой игре, типа его смерть ничего не принесет, а убивать других людей он еще не скоро сумеет, мы ему руки поломали все в тисках. В следующей серии, то есть получается, мы закончили, опять спойлерки сейчас пойдут, да, ну в общем, ребятки, получается, мы закончили с вами второй эпизод, все пройдено, было очень интересно. Жду продолжения, очень понравилось, как обычно, Walking Dead, Telltale,
как обычно, никогда не делает дерьмо, и, опять же, очередная охренительная игра, которая просто захватывает, и хочется продолжения и продолжения. Так что, ребятки, обязательно ждем продолжения, ну, я, по крайней мере, точно жду. С вами был Кромвелл, всем спасибо за внимание, всем удачи и всем пока.